что стадион на Крестовском острове продолжает пожирать плесень, наделала шума. Теперь Фонтанка проверяет, как на самом деле обстоят дела во внутренних помещениях стадиона. Так, здесь все было брошено старым подрядчиком. На текущий момент все профили для установки гипсокартона были заменены, зачищены. Ну, сухой этот утеплитель. Ну, тут, конечно, сухой. Заменили, там, да? Конечно, все заменено здесь. Площадь сектора 4500 квадратных метров. Площадь стен здесь в районе 10000 квадратных метров. 10000 квадратных метров дипрока зараженного плесенью. Это примерные цифры. Через сектор А в поисках плесени туда. В сектор Д иди. В сектор Д. Мы проходим сектор Y, где сейчас занимается гидроизоляцией основания пола, где все это закачивается в специальный состав гидроизоляционный, называется капкан. В полу делаются отверстия на расстоянии метра друг от друга, метра полтора, где-то больше плюс-минус по определенной технологии. Устанавливаются специальные устройства пакеры, и в эти пакеры закрывается гидроизоляционный состав. Делается отверстие примерно на 40 сантиметров туда под стяжку и прокачивается специальным составом, который впитывает воду. Сейчас на каком этапе работы находится? На этапе монтажа и частичного восстановления полотенцев. А что вы дальше будете делать? Установлен гидрок, сушить, марцевать, обрабатывать все бетонные поверхности, которые были заложены, либо имели соприкосновение, ну и все помещение спасается. Для этого у нас 25 дней. Успеваете? Кварцевание производит. Вот одна такая лампа на 100 квадратных метров площади может закварцевать. Каким образом? Он такой маленький. Там встроен вентилятор и три лампы стоят. То есть мы, нет, с вами, мы с вами здесь стоим, а он нас кварцует. Да, да, да. Перед нами находится инфракрасный излучатель, который мы начинаем обогревать поврежденные профили. А какая зона действия? Нижний профиль, ну и что попадает в зону действия. Ну, во-первых, 5 градусов. Хорошо. А сейчас мы выходим в чашу стадиона, где увидим производство работ по выравниванию, по приведению чаши в уровень, чтобы поле могло заехать к нам. Мы насладились футболом. 18 000 квадратных метров. Оказаться выкатное поле. Во всяком случае, строители это обещают. В этот же день они попытаются закрыть крышу стадиона с первого раза. А как только поле встанет на свое место, будут установлены вот эти конструкции. Это держатели для электронного табло.